также я привезла эту модель фирмы Венус на четвертую чашечку. По сравнению с чашкой на С, здесь идет вертикальный шов. Вот он отстроченный. Вертикальный шов. Есть у меня клиенточки. Видно, не видно? Вот шовчик идет. Есть у меня клиенточки, которые хотят, чтобы был шов посередине чашки. Так. И на чашечку D бретель пришита к чашке. Без всяких колечек, без железных, чтобы не раздражало тело, грудь. Гладкий бок, очень плотненький. У меня сегодня девушка приобрела черненькую моделечку. Она заказывала 85-ка, но за счет того, что бачок очень плотный, она попросила 90-й объем, который потом и приобрела. Да, есть клиенточки, которые не хотят, чтобы бретель отстегивалась. Вот это вот, как по их желанию, я привезла удачный вариант бюстгальтера. Так, на чашку D я смотрю, объем идет от 80-го. Восемьдесят пятый. Сейчас посмотрим, какие 85-й. 90-й есть. На 90 объем. Вот еще один на 90-ку. Да. Так, значит, тоже в белом цвете. В телесном цвете. А в телесном цвете бачок отстегивается, бретелька отстегивается. Вот. Ну, я посмотрю, какую модель выберут клиенты, такую и буду возить. Кто хочет, чтобы бретелька отстегивалась, кто не хочет. Ну, в принципе, это роли никакой не играет. И тоже черненький. Черненький без шва посередине. Вот видите, вроде бы брала одинаковую модель на одной точке. И такой ассортимент в одной упаковочке, все как хотите. Хотите со швом, хотите с отстегивающимися бретельками. Тоже внутри эта моделечка выложена хлопком. Объемы, напоминаю, 80-й, 85-й, 90-й. Поэтому, девушки, которые заказывали, спешите купить, количество товара ограничено. На этом все. На этом я вам все рассказала о бюстгальтерах на тонком поролоне фирмы Венус. Кому понравилось, ставьте лайки. Не забывайте поделиться этим видео со своими подружками. Если возникли вопросы, буду рада ответить на них с наилучшими пожеланиями. До свидания. До новых встреч.